Господь, ко всем тем, кто сейчас открыл свое сердце, как сосуд. И я наполняю это время, Господь. Я не потом, я сейчас. Вы просите, я отвечаю. Я есть. И мои чудеса, они изливаются сейчас с неба потоком. Царь неба и земли, Бог богов, Господь господствующий. Ты царь, ты всемогущий Бог. И ты есть любовь,
и любовь, которая родила любовь. Какое это счастье осознавать, что мы твои дети. Реальные, живые, настоящие. Настоящие дети. Потому что ты сказал одним приношением. Он сделал нас навсегда совершенным. Только настоящие, реальные дети Бога Живого могут быть абсолютно совершенны. Какое это счастье осознавать. Папа! Папа! Мы жаждем познавать Тебя. Мы жаждем прославлять Тебя, наслаждаться Тобой, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, ни на какие обстоятельства. Царь наш и Бог наш, Отец наш, спасибо Тебе, наш Господь. Господь Иисус Христос, Ты велик, Ты велик. Ты всемогущ. И для тебя так просто сейчас быть здесь с нами. А ты не можешь не быть с нами, потому что ты хочешь. Потому что ты любишь. И потому что ты хочешь, чтобы мы также взаимно тебя любили. Друзья, давайте поприветствуем нашего Господа Иисуса Христа. Он здесь! Он здесь! Царь здесь! Царь здесь! Потрясающую группу поклонения. Это что-то было. Все просто, ну, как будто года два тренировались до этого песни. Аллилуйя. Молодцы все. Давайте поблагодарим Господа. Слава Богу за вас. Аминь. Аминь. Ну, Андрей, конечно, выше всех похвал. Это что-то. Это новая волна. Аминь. Друзья, спасибо. Присаживайтесь. Давайте поставим кафедру. Да, переключи. Надо перед проповедью. Давайте. Да, включим. Да, слава Богу.